Начальник отдела гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков доложил, на 15 августа ситуация в Анапе оценивается как стабильная и находится под контролем. Главы сельских округов предупредили о возможных природных пожарах селян. В итоге за минувшие сутки ни одного вызова пожарной команды. Результат отличный, но расслабляться пока рано. В такую жаркую и сухую погоду возгорание происходит моментально. Особую угрозу представляют лесные массивы между Большим и Малым Утришами и территория заповедника. Местность сложная, и тушить пожары здесь чрезвычайно опасно. В связи с этим вход и въезд временно ограничат. Главы округов должны провести разъяснительную работу среди населения, не допускать разведения костров, установить запрещающие аншлаги с указанием, что ведет противопожарный режим, потому что каждому интересно будет, на основании чего будет закрыт проездной путь. Температура воздуха каждый день повышается, поэтому от всех служб требуют неукоснительного исполнения норм пожарной безопасности. По итогам внеочередного заседания КЧС было принято решение с 15 августа установить в Анапе особый противопожарный режим до особого распоряжения. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа регион.